Сегодня новосибирские спасатели встали на коньки. Спортивный флешмоб проходит по всей стране. Именно так по-спортивному МЧС отмечает юбилей министерства. Создали 25 лет назад. Сергей Толмачев увидел, как пожарный шланг превращается в спортивный снаряд. Перетягивание каната на коньках – нелегкое соревнование. Команда может в буквальном смысле подскользнуться. Выручает отличная физическая подготовка. Спасатели тренируются каждый день. В эту обязательную подготовку входят нормативы подтягивания, входят нормативы бег километр, 3 километра, также лыжная подготовка. Ну, в общем-то, для спасателей есть отдельные нормативы. Сегодня на катке и вся хоккейная команда управления МЧС. Для них этот флешмоб заменяет очередную тренировку. Уже завтра финальный матч турнира среди силовых структур. Мы прошли многие команды. Это УМВД, Управление Министерства внутренних дел, Управление государственной безопасности дорожного движения, Федеральная служба безопасности. Сегодня на катке есть и особенный конькобежец. Его задача сложнее, чем у других. Нужно держать не только равновесие, но и огромную шапку. Слетало, одевал, дальше ехал. Такие флешмобы проходят сегодня по всей стране. Где-то спасатели катаются на горных лыжах, где-то на беговых. В Новосибирске выбрали коньки. Это самый быстрый зимний вид спорта, а скорость – главное качество в МЧС. Сергей Толмачев, Борис Гладких, новости ОТС.